Сейчас буду готовить шампиньоны с картошкой. Сделаю салат с капустой. Яйцо сейчас съем. А то долго ждать, пока все приготовится. Плюс морковка будет. Ну и финики с чаем. Очень хорошо. Так, ну поехали. Чистим лук с картошкой. Поставил арахис жариться. В этой кастрюле буду тушить картошку с грибами. Ну, кофе я сделал. Надо кофе размешать. Так, все, кофе размешал. Пока буду готовить, буду пить кофе и есть вместо конфет финики. Очень вкусно. Почистил грибы. Очистил их от шкурок. Сейчас нарезаю лук, грибы и начинаю тушить. А потом забрасываю картошку. Нарезал лук покрупнее. Грибы порезал. Сейчас натру морковку на терке. Начинается самое интересное. А пока попьем кофе. Кофе зерновой. В разогретую кастрюлю налил масло. Ну там, наверное, 3 миллиметра на дне. Засыпал лук, морковку тертую. Сейчас высыпаю сюда мука. Все до последнего. Шампиньоны. Сейчас все это дело тушу и потом закидываю картошку. Ну что же, арахис готов. А, видите, все, вот он подрумянился, все, он 100% там готов. Почему? Потому что он даже уже начал лопаться. Ну, сковородка еще горячая, я уже отключил. А тем временем у нас здесь идет процесс. Тушится, жарится. Жарится, тушится. Так, сейчас надо, в общем, помешивать. Надо, в общем, помешивать. Все. Накрыл крышку. Крышкой кастрюлю пусть тушится. Сейчас будем делать салат. Картошку уже почистил, помыл. Салат будет из капусты. Добавлю помидоры, морковку. Зелень. Ну, в общем, будет такой хороший витаминный салат с подсолнечным маслом. Нарезал капусту. Это основной ингредиент салата. Сейчас будем нарезать... А, натирать морковку. Да. Сейчас займемся морковкой. А тем временем у нас уже... Эх, ну-ка, тряпка где? Подходит. Ох, ё-моё. Надо помешать. Сейчас будем мешать. Здесь уже почти все готово. Уже все протушилось. Ну, еще, наверное, 10 минут, и все. И буду нарезать картошку. Пусть пока тушится еще. Так, а пока будем делать дальше салат. Капусту нарезали. Сейчас морковку натираем. И потом дальше нужно все это дело хорошенько перемять, чтобы капуста была мягкая. Все, помял капусту с морковкой. Мну ее так, как будто тесто замешиваю. Месю. Сейчас добавлю соли. Перемешаю. Так, я думаю, наверное, достаточно. Так, хорош. Ну, такую чайную ложку соли. Вот на такой вот корыто. Сейчас все это перемешиваю. Наверное, еще раз немножко помну. И дам постоять. А потом уже буду добавлять остальные ингредиенты. Это зелень, укроп, петрушка, помидоры, масло сверху. Перемешиваю снова и все. Не забываем помешивать. Первую часть картошки порезал. Сейчас буду засыпать.
засыпаю остатки. И теперь что? Перемешиваю и добавляю сюда воды из чайника кипяченой. Вот, перемешал, добавил воды, а то уже там на дне пристало. Итак, соль. Я же не солил, поэтому сейчас мы, наверное, вот столько соли. Ну-ка. Сейчас все это снова перемешаем. Наверное, сверху еще перца добавлю и один лавровый лист кину. Добавил перец молотый и лавровый лист. Сейчас это все перемешиваю, накрываю крышкой и все жду, когда оно приготовится. А тем временем будем дальше доделывать салат. Все, перемешал. Смотрите, как красиво выглядит. Не знаю, мне как с дисплея нормально смотрится. Арахис. Так, накрываем и ждем до готовности. Сейчас посмотрим, что у нас тут с салатом. Это тертая морковка с капустой, мятая. Ну, по-моему, уже сок, что ли, начала давать. Здесь уже соль есть, так что уже соль добавлять не надо. Кстати, я сюда еще перец сыпанул. Финик. А то пока дождешься, когда приготовится, все, можно и не дождаться. Слышите, как? Процесс-то идет. Я думаю, минут через 15 картошка будет готова. Так что можно минут через 10 уже выключать. Потому что пока она остынет, пока дойдет, в общем, нормально все. А пока сейчас будем резать зелень, добавлять сюда. И последний ингредиент, финальный, 2 помидора. Нарезка завершилась. Итак, финал. Сейчас все это перемешиваем. И ждем, когда оно все настоится. Все, салат готов. Ну, это можно было почистить. Ну ладно, и так сойдет. Самое главное, что вот. Так, ждем картошку. Ну-ка посмотрим, как тут у нас дела. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сейчас пробуем разломить ее. Ну-ка давай. Не, по-моему, не, еще не готово. Еще не готово. Добавил еще пол чайной ложки соли, перемешал. Так, накрываем. Опа, есть, ждем. Инструмент готов. Самое главное, ложка и вилка тоже. Ждем-с. Все, плиту отключил. Теперь пусть минут 15-20 настаивается. А пока нужно заняться пернатыми, кроликами. Чуть не забыл. Я же не добавил сюда масло. Ё-моё, а? Ну, теперь можно сказать, что официально салат готов. Залил сюда масло. Перемешал. И ждем, когда будет готова картошка. Кролики едят очистки картофельные. Вот сейчас пока готовил. Вот, то есть все идет впрок. Сейчас им еще зерна принесу. Принес зерно. Но там картофельные очистки стоят. Они там уже, кстати, почти все выели. Ну, вот зерно.
Ну какие, а? Ну что ж, пришло время дегустации. Открывается впервые. Засыпаем. Вернее, насыпаем. Ну, наконец-то, финал долгожданный. Кефир, салат, залат. Ну-ка, пробуем. На соль отлично. Ну, а теперь гвоздь программы. Попробуем бульон. Бульон вообще отлично получился. Надо же, а. Так. Все, есть с телефоном неудобно. Все. Всем приятного аппетита, кто ест. Ну, а кто не ест, тот может прямо сейчас взять и поесть.